Всем привет! С вами Диана Лауши и наша рубрика Chinese Please. Сегодняшний выпуск будет посвящен чувствам и эмоциям. Поехали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Вот это поворот! Не ожидали такой формат? Ну а прежде чем мы начнем изучать названия эмоций, предлагаю вспомнить базовую схему для образования предложений. Мы берем сначала кого-то, например, я, ты, он, она. Затем не забудьте про связку «хэн», «хэн», а дальше уже подставляйте эмоцию «радостный», «грустный», «злой» и так далее. Ну и начнем мы, наверное, с самой популярной и приятной эмоции – это радость. Каосин, каосин. Я очень рад. 我很高兴. Предлагаю выучить устойчивое выражение, связанное с радостью и счастьем. 手舞足蹈. 手舞足蹈. Буквально. 手, руки, 舞, танцевать. 足, ноги, 蹈, притоптывать. Я так счастлив, что запрыгал от радости. Я счастлив. 我高兴的. Запрыгал от радости. 手舞足蹈. Представьте, что вы находитесь в компании, в которой кто-то классно пошутил, и вы все громко рассмеялись. Чтобы описать эту ситуацию, вам пригодится фраза «Хунтангдасяо». «Хунтангдасяо». Буквально эту фразу можно перевести как «громко рассмеяться» или «расхохотаться». Беспокоиться. «Дансин», «дансин». Следующая эмоция – «злиться». «Хуода», «хуода». Кстати, есть прикольное устойчивое выражение, связанное с этой эмоцией злости, гнева, ненависти. Давайте выучим эту фразу. Ну, бу, кэ, э. Ну, бу, кэ, э. Буквально, ну, гневаться, бу, кэ, не мочь, не в состоянии, э, удержать. То есть вы настолько злитесь, что даже не можете сдержать себя, сдержать этот гнев в себе. Например, он разгневался. Он, та, разгневался. Ну, пу, кэ, э, лэ. Зачем поставили лэ? Мы показываем изменение ситуации. До этого он не был злым, а теперь разгневался. Та, ну, пу, кэ, э, лэ. Скучный. У ляо, у ляо. Уверенный в себе. Зы син, зы син. Подавленный. Ю мэн, ю мэн. Ребята, у вас бывает такое чувство, вот когда реально все плохо, все навалилось, и, конечно, не стоит сдерживать свои эмоции, и стоит хорошенечко поплакать. Давайте выучим выражение «плакать навзрыд». Лэй жу ю ся. Лэй жу ю ся. Буквально эта фраза переводится как «плакать так, как будто пошел дождь». У нас, кстати, в русском языке есть прекрасный аналог «слезы ручьем». Смущенный, смущаться. Ганга, ганга. Подозревать, сомневаться. Хуи, хуи. Страх. Хайпа, хайпа. Еще одно классное выражение, но теперь уже про страх. Безумно испугаться, побледнеть от страха. Та тин ши сэ. Та тин ши сэ. Буквально. Та тин – сильный страх, большой страх. Ши – утратить, потерять. Сэ – цвет. То есть вы от страха бледнеете, теряете цвет своей кожи. Ну что, ребят, наш выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, как вам такой новый и необычный формат. Если вы хотите попробовать изучать китайский язык вместе с нами, с языковой школы PrecySien, то оставляйте свои заявочки по ссылке внизу. Ну что, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Sorry.